Бросал защитник Кулик, и, как мне показалось, шайба в каркас ворот прилетела. А это момент уже у минчан. Классная передача. Стрёмвали награвываться, и 3-0 счет становится. Минчане вновь сумели реализовать большинство. Да, немного курьезная шайба, и сейчас мы будем изучать повтор. Был там рикошет, и по какой-то невероятной траектории полетела эта шайба за спину Роману Виллу. К нему вопросов никаких. Но Грауцу, откровенно говоря, повезло. Но так бывает в хоккее. Минчане на эту третью шайбу, на мой взгляд, наиграли своими стараниями. Да, рикошетом от клюшки Пилута шайба взмывает вверх. И смотрите, как летит. Да, присел уже Роман Вилл. Ожидал другого броска.